Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Холиплей, первый сер, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня я расскажу, что произошло с моей карьерой в ТРК. А Мазинка — это вот башня Останкино в Южном, короче, ТРК. Итак, чуваки, я уже поднялся по карьерному росту, короче, там кто будет писать блат, пацаны, просто идите на три буквы, да. Просто идите на три буквы, можете зайти на форум, где заявки на повышение 2-4 ранг, и там будут две мои заявки на повышение. И там все показано, чтобы вы не писали, типа, вот, тебя заблатили и так далее, потому что, блядь, были такие комментарии, что, типа, вот, меня на 2 ранг заблатили, блядь. Хотя я на видосе сдал ПРО и так далее. Поэтому, да. Кстати, я уже сдал ППЕ, правильное проведение эфира, короче, сдал, но девяток нету, поэтому меня еще не повысили. Я семерки сдал. Кстати, давайте посмотрим финт у нас какой. Финт. И хочу передать. Алекс Кирк, привет тебе, хочу передать. Это чувак, я у него постоянно рекламу заказываю свой бизнес, кстати. Андрей Герасимов, тебе тоже привет. Итак, я в ТРК, смотрите, я здесь 4 ранг, вот, ТРК Мазин, журналист, 4 ранг. Но, по идее, я сегодня зайду девятки, там, через час, через два, и я уже буду 5 рангом, надеюсь. И буду эфиры делать, хотя, блин, я не знаю. Честно, никогда эфиры вообще не проводил в КРМП. Но, блин, с чего-то надо начинать, короче. Чё он написал? А, на Бенс, спасибо. Спасибо. Кстати, я ж не могу лансер брать и так далее, но я могу, пацаны, брать грузовик. Вот этот грузовик я, по-моему, могу брать. Давайте даем, кстати, сейчас покатимся. Так, давайте поставим. Прокатимся на грузовичке немножко. Я думаю, мне за это ничего не будет. Ну, вроде бы на них можно ездить, как бы. Я не буду выезжать с территории ТРК, я просто хочу проехаться. Громила, да, громила еще так, конечно. И вот этот фургон, кстати, прикольный, он полноприводный такой, но едет максимум 77 километров. На самом деле это печально, вот. Не, ну а так очень даже все круто. Давайте скриншотик вот такой бабахнем. Все, заебись, так. А, вот машины, это эфиры, в них нужно проводить. Кстати, эфиры нужно проводить только либо на студии, где эфиры проводят, либо в машине, только не на водительском месте, а на пассажирском, по-моему, только, да. И то сзади нужно садиться. Чё, я проф, анал, фотограф, вас фоткать, фотографировать? Нет, спасибо. Андрей. Андрей Миронов. Ты в серии. Ты в серии, давайте мы напишем. Ты в серии. Так, давайте я вам покажу теперь, что на середине там. Так. Чувак нас фоткает, короче. Но я хочу вам показать, что в середине, кстати. Минуточку внимания, хочу посмотреть вам бизнес своего знакомого. Его бизнес — это магазин одежды в Арзамасе. Находится он недалеко возле спауна Арзамаса, то есть возле вокзала Арзамаса. Сразу за мостом, рядом возле 24/7, находится его магазин. Здесь вы сможете купить скины на любой вкус и за любую цену. Также, если вы свяжетесь с владельцем этого бизнеса, то есть моим знакомым, и захотите купить дорогой скин, то когда вы покупаете, 50% от его стоимости вам возвращается. Так что всем советую, покупайте шмот только в этом магазине. Всякие плюшечки здесь есть. Ну, как по мне, это плюшечки, сейчас я вам их покажу.
такой сделаем обзор нашей базы, потому что я же не делал, по-моему, обзор базы, да. Поэтому сейчас вам сделаю обзор базы. И так далее. Так, я... Так, Дмитрий Праймер здесь есть у нас. Смотрите, здесь у нас эфиры проводятся. Здесь я, кстати, ППЕ сдавал. Вот, именно здесь, на этом месте. Здесь у нас эфиры проводятся, видите, сколько камер. И так далее. Очень круто, но сначала нам придется аппаратуру настраивать и так далее. Ну, короче, я это уже все выучил. Все есть на форуме. Так, это у нас... тоже тут эфиры вести надо. Как я понимаю, да, или студия записи, или хрен его знает, короче. Но гитары есть. Кстати, интерьер очень мне нравится. А здесь, пацаны, самое главное. Можно фотики бесплатно пиздить, пацаны. Можно бесплатно фотики. Вот берете, подходите и фотик пиздите. Смотрите, оп. Взяли еще фотик. Еще. Вот так можно брать бесконечно просто. Это очень круто. Это просто очень круто. Давайте его сфоткаем его. Сфоткала? Так, давайте я вам еще покажу. QQ. Да, снимаю. Так, давайте туалет вам покажу. Здесь ПФК все стоят. Так, вот восьмерка стоит ПФК, и это у нас кто? Это какой-то чувак тоже стоит ПФК, уже один час, нихуя себе. Так, давайте пописаем, вот это самое главное. Так, пацаны, не подглядывайте. Так, помнишь, я вчера был... Пиран сейчас четвертый. Нормально, пацан работает тоже. Видите, вы вступаете на первый ранг, потом сдаете сразу про. Потом 50 объяв, заливаете на форум, вас повышают. Потом 90 объяв, заливаете на форум, вас повышают. Сдаете ППЕ, и вы пятый ранг. Все, заебись. Как-то так. Это все очень легко, пацаны. Здесь не нужно никого просить и так далее. Просто делайте свою работу и все. Как бы, я вот за неделю, видите, поднялся. Но это из-за того, что я ленивая жопа, блядь, и нихуя не делал. И потом решил все-таки заняться этим. И да. Начал. Да. Да, я уже начал снимать. ЗП, кстати, сейчас у меня 10 тысяч. Я думаю, это довольно-таки неплохо. Здесь у нас кабинет, здесь проводится собеседование. Вот сейф есть здесь. Видите, сейф, как бы. Мани-мани там лежат. Жалко, нельзя посмотреть, сколько там мани. К сожалению, да. Здесь редачит объявы. Вот сюда. Это я постоянно здесь, кстати, стою. Вот здесь именно. Это мое место, я его забил, короче. И давайте, может, на мотоцикле еще проедемся. В лифте я хотел попробовать на мочке проехаться. Так, давай в лифт. Давай лифт, короче. Так, пацаны, историческая хуйня. На Ямахе поднимаемся в лифте. Это жестко просто. Так, начинает косоебить. Блин, он упал. Герасимов, нет, Димон. Блин, он упал. Да, он упал. Кстати, насчет Фомы, это не моя Фома еще. Вот Фо, это не моя Фома, короче. Кстати, из нее уже все вышли что-то. Да, там вчера какой-то конфликт был. Ну, не со мной связан, а с чуваками там. И все туда вышли. Это не моя Фома, если что, я еще свой не сделал. Как только я свой сделаю, вы об этом обязательно узнаете. Поэтому, да, как-то так. Так, мы уже почти поднялись, это меня очень даже радует. Так, выезжаем. Не, ну это сильно, конечно, да? Сейчас бы на Ямахе кататься. Да. Это мощно, пацаны, это мощно. Вот зарплата у меня 10 тысяч, как можете заметить. По идее, я предполагаю, что у меня зарплата будет примерно... Наверное, так тысяч... 11,5, где-то 12 тысяч, наверное, у меня будет зарплата на пятом ранге. Тебе надо будет спросить у... Алекс Кирт, видите, он мою рекламу еще делает. Мы работаем круглосуточно, так. Вот, видите, реклама, короче, здесь. Я ему плачу за рекламу. Поэтому да. Давайте еще попробуем мотик спустить, короче. Без меня, короче, так вот, так. Глушим. Нажимаем Alt и убегаем. Он спустится сам, по идее, да? У меня мотик уехал, пацаны, вниз. Лол. Это прикольно. Передай привет. Денис Гроссман, привет тебе. Вовремя ты написал. Ладно, на этом я буду заканчивать. Вот такая была коротенькая серия. Что я здесь и как в ТРК. Как бы, да. Ну, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.
from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.